Приветствую, дорогие друзья, с вами Геннадий Бабак, и сегодня поговорим немножко о версии RoboForex 2018 года, которую я только что обновил. Давайте в каком порядке. Итак, сегодня у нас среда, 21-е. Ну, давайте со среды, собственно, с прошлой и начнем. Сейчас я загружу стратегию. И понеслась. Значит, включена стратегия. Здесь установлены данные для счета примерно от 3 до 5 тысяч долларов. Работает стратегия по алгоритму, который, в принципе, совершенствуется. Каждый год я этим занимаюсь. Отличие этой стратегии. В принципе, в наборе я даю два варианта. Это стратегия, которая работает без стопов. Там нужно просто дольше времени тратить иногда на то, чтобы как бы пересидеть откаты и так далее. И в этом году я также начинаю давать стратегию, которая включает стопы. В данном случае вы видите, вот как работает эта стратегия на примере одной из позиций. То есть, когда срабатывает стоп, позиция переворачивается. Там есть специальные для этого алгоритмы, формулы. Также есть и специальный алгоритм по отбору позиций. То есть, задачи, которые я перед собой ставил, для того, чтобы это все работало в режиме, который не требует от трейдера особого ума и сообразительности. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы была одна-две кнопки максимум, с которыми человек бы мог, собственно, работать. Все, что нужно здесь для того, чтобы установить эту стратегию, запустить ее, это нужно указать здесь, видите, я указываю депозит, ну, 5000 с учетом плеча 100%. Я указываю стоп 50 долларов. Здесь могут быть любые цифры. И цель 200 долларов, да? Опять же, здесь могут быть любые цифры. Так же, как в процентном соотношении указывается процент, какой процент стопа я могу себе установить. Прямо в стратегии я могу это сделать. Но в данном случае, чтобы было понятнее, я вот показываю прямо здесь, как это делается. Даже не знаю, что это за формулы там и так далее. Окей? Так, мы видим, что произошло. У нас произошел переворот позиции. В данном случае вот по кроссом иены. Эти перевороты возможны по несколько раз. Сама формула будет отрабатывать. И у вас, собственно, всего два варианта. Да, что если это дуркование, как я это называю, рынка, да, оно длится слишком долго, то просто сработает стоп дня, который мы с вами установили вот здесь. Повторяю, это может быть любая цифра, она высчитывается в процентном соотношении от депозита. В данном случае я установил 1% от депозита 5000 долларов, это 50 долларов. Да? Соответственно, в рамках этого стопа будет работать стратегия. То есть, например, вы с утра встали, выпили кофейку, включили как бы это все дело, нажали на кнопку и пошли себе на работу, грубо говоря. У вас на смартфоне установлено приложение Докоскопи банка, с которым мы сотрудничаем, вот, где просто видна ситуация. Но вы не беспокоитесь о том, что происходит, когда происходит, потому что сама машина при достижении стопа вот этого, которого вы установили, она выключит это все дело. То есть закроет позиции принудительно и выключит. И мои рекомендации даже не возобновлять торговлю в этот день, потому что статистика в данном случае этого робота такова, что если вы, грубо говоря, сливаете там 1-2 дня по 50 долларов и потом получаете день, который дает вам 200 баксов, то никаких проблем по жизни у вас не возникает. Да? То есть здесь нужно привыкнуть, собственно, к тому, чтобы не мешать машине. Все, что вам стоит делать в случае вот с этим роботом, это просто научиться
использовать свой депозит. Потому что, понимаете, мы могли бы установить, скажем так, total dollar stop $50, это 1%, да, и процентное соотношение, в процентном соотношении к депозиту высчитывается входной лот, да. То есть вот эти настройки я делаю для каждого конкретного депозита. Я разговариваю с человеком, вот, я смотрю, как это все у него, как он мыслит, какие можно там делать. В общем, это все настраивается. Но после того, как мы принимаем решение, что окей, у тебя депозит, например, 3000 баксов, но ты готов рисковать суммой не 1% депозита в день, например, а 5, да, окей, мы тогда можем с меньшим депозитом получать ту же прибыль или даже в два раза больше, чем то, что мы получаем вот в этом случае. Но это после того, как человек убеждается, что все работает, все прекрасно, собственно, как вы видите сейчас, что произошло, да. Мы не вмешивались, мы ничего не делали, бах, машинка сама все перевернула. Мы видим, что те позиции, которые давали минус, максимальный минус у нас был $16, там позиция закрыта. Но и произошел разворот, вот как происходит движение сейчас, и все портфолио перетягивается в плюс за счет наличия движения. То есть, когда срабатывает стоп дня в основном, когда он может сработать, если на рынке нет никакого движения. То есть, если то, что происходит в рынке, это такой хаос, да, и наши стопы просто часто срабатывают. Ну, машина тогда выключится при достижении этих там 50 баксов стопа, грубо говоря, окей? Но как только на рынке появляется движение, ну, я как делаю, я просто с утра включаю это дело, и все. Два варианта. Вы можете включить до открытия европейской сессии, и тогда есть вариант, что прямо на открытие вас немножко там потрясет. Или же через полчаса там после открытия европейской сессии, когда они там проведут расторговку, и вы включите. Но даже если это делать тупо, бездумно, не выдумывая, какая сессия, вы все равно будете в плюсе в конечном итоге. Не по конкретному дню, а вообще. Ну, собственно, вот как это происходит здесь сейчас. Окей, с этим днем все в порядке, да, это была среда. Давайте двигаться дальше. Мы видим, что здесь вы закрыли бы прибыль, все в порядке, окей. Поэтому что я сделаю сейчас, я просто закрою эти позиции, потому что моя задача в этом видеоролике прокатать вам неделю по времени. Со среды до среды. Ну, почему со среды? Потому что сейчас вот 22.03, четверг. А я взял со среды, ну не принципиально, да. У меня получится со среды по среду, потому что сейчас четверг, и он еще не закончился. Давайте смотреть следующий день. Итак, это четверг. Опять же, вы видите, все, что я делал, я просто... я ничего не делал. Я просто нажал на кнопку, день перегрузился, загрузились данные четверга, и машина, это машина. Вот преимущество робота все-таки в чем, что... Ну, там стоит алгоритм, вам не надо заставлять себя доливаться, усредняться, еще что-то делать, потому что ничего не надо делать. Вот это то, к чему я все эти годы как бы стремился, что мне хотелось, чем мне хотелось добиться-то от робота, чтобы трейдеру ничего не надо было делать. Вот. Вот в чем петрушка. Окей. Ну, мы можем пока посмотреть, как это все будет двигаться дальше. Окей. Давайте тут поперемещаемся пока. Поставим так, как нам это будет удобно. То есть, да, в процессе дня, конечно, здесь сама таймура дает огромные вариантов количества для размышления, да, для трейдера, если есть желание. Но опыт показывает, что в идеале... когда трейдер, в принципе, туда не лезет. Почему? Потому что, ну, вы вносите какие-то изменения в позицию, грубо говоря, доливаетесь и так далее. Потом рынок разворачивается, и весь алгоритм, который долгие годы настраивался, он уже работает против вас. Или, как минимум, не работает на вас, потому что вы изменили, собственно, математику этого всего дела, да? То есть, опять же, когда это все мы писали с Алексом Моррисом, то моя задача, которую я ставил перед собой, перед Алексом, как перед создателем Timora Pro, программистом, что мы не работаем вообще вот с этими вещами. То есть графика нет. Все, что должен видеть трейдер, это вот, вот эти цифры внутри. То есть стратегия Robo Buy Reverse, то есть Robo Forex, мы работаем здесь только на buy и с реверсом.
И все. То есть, чтобы вот вся информация, которая была нужна человеку, ну вот как он ее может как трейдер прочитать, что окей, окей, да, изначально позиция, мы заходили, робот заходил в позицию фунт иена, да, на, грубо говоря, покупку, продажу там или покупку, он получил минус, развернулся. Мы тут уже, кстати, не видим, сколько раз этот был разворот, он может быть и несколько раз. Но в целом ситуация такая. То есть, когда, как только тренд на рынке пробивается в какую-либо сторону, да, мы его здесь увидим, он никуда не денется. Мы его увидим как на графике, так и, собственно, без графика. Мне график не нужен, чтобы видеть, что сейчас тренд. Вы видите, тренд против иены. Да? Что растут кроссы иены. Могут ли они развернуться? Могут. Но меня это мало колбасит. Потому что в случае, если произойдет разворот против текущего локального тренда, зачастую это продолжение предыдущего тренда. Да? И оно зачастую происходит очень мощно. То есть идут какие-то там серьезные движения. Все, что интересует нас, чтобы робот в течение дня просто закрыл прибыль, все, что ему нужно, это хоть какое-то движение, хоть в какую-то сторону, или вверх, или вниз. Больше роботу ничего не нужно. Здесь стоят формулы, которые работают примерно следующим образом. У нас есть, ну я объясню это для тех, кто не следил за моими разработками, так скажем, несколько лет назад, которые были активно продвигались, сейчас делают обновление. Как это все, собственно, писалось? Смотрите, есть портфолио ваших, например, активов. Вот здесь, например, круд, это просто для того, чтобы смотреть, что с нефтянкой. Вот я ее сейчас оттуда убрал. Это портфолио. Это портфолио является базой, которая отслеживается сканером. Вот это сканер. Это сканер, который отслеживает ситуацию внутри портфолио. То есть, что происходит? Видите, он показывает, что прорывается такой-то тест, тестируется 5-минутный уровень консолидации евро-австрал. Да? Вот эта консолидация была, соответственно, вот он тут ее тестирует. Да? С этой информацией, в принципе, вы как трейдер можете работать. Собственно, мы с этого начинали, да? Что вот, давайте найдем сигнал, там. Для этого давайте научимся находить базы. Вот это все, да, пожалуйста, это первый уровень вашей работы с этим рынком, да, когда вы что-то пытаетесь найти. А дальше что происходит? Мы, ну, в данном случае мы, кстати, видим, насколько активный рынок. Это что у нас было? А, это четверг. В четверг, да, вы видите, интересно происходит. Мы тут приближаемся к нашему стопу дня. И вполне даже возможно, что он сработает. Опять же, это не критично. Вообще. Причем, прикол еще в том, что в зависимости от того, когда вы, грубо говоря, включили робота, у вас бы ситуация могла быть абсолютно другая. Потому что, например, я включил там прямо с перезагрузки, прямо там с первой минуты следующего дня, да, вы, например, добрались бы до компьютера в обед. И у вас результаты были бы разные. Собственно, в этом и преимущество работы с компьютерными какими-то алгоритмами, потому что в конечном итоге плюс дает не ваша логика, а плюс дает логика, которая забита внутрь машины. И если она верна, эта логика, то в конечном итоге по результатам периода, я не рассчитываю на один день, а на период месяца, например, месяц состоит из 4 недель, в неделе 5 дней. Вот из 5 дней, например, грубо говоря, если мы большее количество дней в плюсе, чем в минусе, да, то наша логика верна, и мы зарабатываем деньги. При том, что здесь установлена эта логика такая, что в те дни, когда мы ловим тренд, вернее, когда он присутствует в рынке, потому что машина не поймать тренд не может, у нее тупо не получится. То есть она работает по сигналам сканера, который ловит, собственно, начало тренда, разворот предыдущего тренда и начало нового локального тренда. Ну, вот как здесь мы сейчас видим, да. Все, и здесь у нас соотношение стоп к прибыли, здесь 4 к 1 прибыль, 4 раза прибыль больше, чем уровень стопа. То есть даже если мы там, грубо говоря, 4 дня по 50 баксов сливаем, а один день выигрываем 200, мы не потеряли ничего, окей? Okay? Так это построено, так это должно быть. Вот. Ну, тут такой день затянулся немножко. Ничего страшного.
Итак, еще раз, как это все работает. Значит, есть ваш, грубо говоря, список, в который вы включили определенное количество валютных пар. То есть, если здесь какой-то пары нет, а робот ее видеть не будет и, соответственно, работать с ней не будет. Это сделано намеренно. Я не включал сюда здесь все, что есть в дуковскопе банка. Здесь включено только то, что, скажем, мне с чем мне интересно работать. Точно так же, если мне не нравится какая-то пара, например, что-то происходит с фунтом, я могу фунт вообще исключить и все его кросы. Или исключить только фунт иену и так далее. И тогда по этой паре генерироваться ничего не будет. Также, что я могу делать, например, опять же, в режиме, если вы находитесь за компьютером. Ну вот, если вы видите вот такую ситуацию, то есть очень большой соблазн, да, поработать вместе с рынком. То есть, когда вы видите, что идет активный тренд, что вы можете сделать, как трейдер, да, вы можете, собственно, изменить эти соотношения. Опять же, я не рекомендую этого делать. Но если вы, опять же, то есть два варианта работы. Один вариант это включил и пошел заниматься своими делами. И второй вариант, вы уже профессиональный трейдер, вы используете эту тему просто для того, чтобы видеть, как зашла машина. И в случае, если вам нравится, вы хотите, ну, заход, да, вы хотите взять больше. Тогда вы можете, например, там, увеличить входной лот, зайти ручками там и так далее. Здесь, собственно, и начинается, по большому счету, приключение, потому что, собственно, вы меняете алгоритм. Потому что, например, машина зашла, вот давайте посмотрим, у нас позиция лидирует по евро-иене. Я на продажу вообще никогда бы не заходил никуда руками, потому что я не хочу активно, за этим надо активно следить, ставить короткие стопы и так далее. Машине по барабану, у нее позиция перевернулась, соответственно, то есть стартово машина вот здесь на бай заходила. Скорее всего, вот где-то вот на этом уровне. Потом продолжился тренд на продажу, видите, вот такой. И мы, соответственно, то есть то, что является на трехминутном таймфрейме или на минутном таймфрейме уже, собственно, баем, на другом таймфрейме это просто продолжение сельного тренда. В машине это все равно. Мы тут выходим на хорошие уровни продаж уже, а не покупок, да? Потому что вот этот канал уже вот такой, и он уже сельный, и двигаемся мы вот сюда. То есть вы как трейдер это все можете анализировать, доливаться и так далее. Машина же просто выполняет свою функцию, которая там установлена. Алгоритм, который задан. И этот алгоритм задан на то, чтобы в случае, когда начинается тренд, ему не мешали. Здесь открывается то количество пар изначально, которые я устанавливаю вот здесь. То есть, еще раз, какие цифры я устанавливаю как человек, который пользуется этой системой, даже не будучи трейдером. То есть, как это все происходит. Вы покупаете RoboForex, я подключаю вам, открываете счет у моего брокера, которому мы доверяем, и к которому машина через API соединение подключается. Okay? То есть, мы подключили через API соединение к этому брокеру, и дальше вы просто нажимаете на кнопку, и все. Я вам устанавливаю здесь, договариваемся, пробуем, тестируем несколько дней, разные уровни стопа, разные уровни таргета, разные уровни. Это все можно менять в процессе. Видите, здесь не надо быть программистом, чтобы это поменять. И дальше все просто работает. Вы можете заниматься своими делами. Окей, этот день у нас тоже в плюсе. Здесь как бы можно двигаться. То есть вы, например, пришли с работы, вы можете, у вас два варианта. Вы можете оставить, пускай себе растет, грубо говоря, и так далее. То есть если убыточный день, он сам закроется. А если будет минус 50, если день прибыльный, и он еще не успел закрыться, вы можете помониторить ситуацию. Можете оставить на выполнение вот этого таргета, доллар таргет 200 баксов. Опять же, у вас будет своя статистика при работе, потому что это все зависит от того, какой рынок, какой период, что это лето, осень, зима, выборы Трампа. Это все разные уровни волатильности рынка. Окей? В целом я показываю, что вот второй день подряд система без нашего с вами участия при нажатии на одну кнопку вытягивает все портфолио в плюс. Окей? Это система, которая работает со стопами. То есть она начинает день с того, что закрывает минусы.
Итак, мы просмотрели с вами среду и четверг. В пятницу, в принципе, я торговать не рекомендую. Просто потому, что если вы оставляете позиции, вы не успеваете закрыть, например, плюс, вам придется эти позиции перетаскивать на выходные, чего, в принципе, чисто психологически делать нежелательно. Ну, в данном случае, как эксперимент, просто проведем. Решили, так и решили. Посмотрим, как он в пятницу отработает. Также надо помнить, что в пятницу в 6 часов вечера банк снижает кредитное плечо для, ну, на выходные в 3 раза. Соответственно, вы тоже подвергаетесь риску в том случае, если ваши позиции не закрыты на этот период времени. Поэтому пятницу я бы пропускал как рекомендация. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим по конкретным позициям, которые машинка будет открывать. Вот у нас стоит вот этот wait for. Это сигнал такой, что машина уже ждет, отслеживает эти, то есть алгоритм нашел вот эти позиции, эти пары, которые подходят под, собственно, вот эту тему, которая запрограммирована. Запрограммирован здесь реверс, то, что мы видим сейчас. То есть когда идет активное движение вниз, есть там определенная формула, по которой, которую он проверяет, можно ли уже заходить наверх, то есть в обратную сторону, чтобы поймать вот это все движение в обратную сторону. Okay. Вот. Иногда это очень крутые входы, которые дают хороший результат. Но, опять же, если вы не будете лазить туда руками, то результат будет хорошим в любом случае, потому что здесь работает машина. Вот, значит, две позиции у нас открыты уже. Та же ситуация, видите, здесь такая вот попытка типа разворота, но опять же моя задача, собственно, чем я занимаюсь, это я тестирую эти вещи. Причем тестирование иногда происходит таким образом, проходит какое-то время, полгода, например, да, и мне приходит идея, что как улучшить, то есть, собственно, моя роль как человека, который это создавал, в том, чтобы улучшать, постоянно улучшать алгоритм, ну, потому что и рынок меняется немножко со временем. И самое главное, я как бы должен отслеживать, то есть моя основная цель сделать так, чтобы человеку не приходилось думать как трейдеру, потому что, чтобы, ну вот видите, мы исключили варианты, что надо искать какую-то пару, надо искать точку входа, здесь этого делать ничего не надо. Не надо высчитывать входной лот, машина сама все делает, видите, стоит австрал иена плюс 6, франк иена плюс 4, плюс 5, да, евро, фунт плюс 4, то есть это высчитывается в процентном соотношении от депозита с учетом волатильности конкретной пар, да, то есть забитая конкретная формула, которая это считает, окей? Окей, так, смотрим, что у нас здесь произошло. Здесь то же самое, сейчас франк иена у нас произошел первый разворот. Давайте посмотрим, насколько интересно это дело. Да, то есть вот они отработали, пара отработала уровень канала верхний. И давайте посмотрим на более большем таймфрейме, как это будет выглядеть. То есть, как бы, опять же, если вы за компьютером, если вы профессиональный трейдер и хотите прям делать не 1,5% в день или 3, там, как установлено, а, грубо говоря, 23, и готовы рисковать, да, то для вас, конечно, это клондайк, потому что вы видите, что происходит. То есть вы можете начинать с работы робота, да, а потом ручками все это использовать. То есть давать волю рукам, да, но опять же тогда и вы понимаете, что надо следить за тем, что происходит в рынке сейчас. То есть надо тратить свое время на это, надо находиться в рынке. Ну вот, чтобы иметь возможность тогда уже вмешиваться, если ситуация пойдет в другую сторону, то есть против вас, окей? В этом же случае это мечта просто, потому что, ну что, вы ничего не делаете. Вы выставили, установили, указали машине сумму депозита вашего.
указали ваши входные, сколько максимум позиций вы хотите, чтобы открывать. Но это можно было бы и не делать, но тем не менее я поставил этот вот такую переменную, что да, можно, вы можете указать, хочу там из тех там, грубо говоря, 12 пар, которые он может открыть одновременно, хочу, чтобы открывалось не более там 5, вот как у меня стоит сейчас, например. Тоже такая немножко тема для диверсификации, то есть чтобы чуть-чуть ограничить. Так, теоретически, чем больше пар, тем быстрее вы получите или прибыль, или убыток. Но так как, опять же, это все подбирается не один месяц и опытным путем, то я пришел к тому, что вот так как бы лучше на данный момент. Окей, смотрим. 2 дня из тех, которые мы протестировали, это 3-й день, мы, у нас все в порядке, мы вышли в плюс, и машинка там все хорошо закрыла. Смотрим этот день. Еще раз говорю, что это пятница. В пятницу, возможно, повышенный уровень волатильности. Связано это с выходом всевозможных новостей американских там и так далее, и так далее. Но, опять же, мы видим просто, что машина отрабатывает алгоритм. У нас уровень стопа здесь всего $50. Невысокий. И он у нас ни разу еще не сработал. Это 3-й день у нас движения. Давайте посмотрим, какие пары дают максимальный прирост. Австрал против иены валится со свистом. Опять же, вы могли бы эту пару отрабатывать руками. То есть, чтобы вот-вот видно, австрал падает по всем фронтам. Австрал Канада, австрал франк, австрал иена и так далее. То есть я могу добавиться сюда, не зайти не 6 микролотов, а 60 влить, да, и взять не 30 пунктов движения, а взять 5 пунктов движения, но хорошо заработать. Но опять же, опыт показывает, что если вы начинаете вмешиваться руками, то в те периоды времени, когда вам везет, вы берете меньше прибыли, чем могли бы взять. А когда вам не везет, вы берете больше лосей, чем могли бы себе позволить, да? Вот, и поэтому, собственно, мы эти годы все и работаем над созданием роботов, которые бы хотя бы полуавтоматизировали ваши действия. Потому что если у вас ваш выбор заключается просто в том, чтобы мешать роботу или нет, то у вас больше шансов, что вы победите. То есть сможете не мешать роботу, окей? Если же вы начинаете заходить в рынок руками, и у вас постоянный, а вот добавить или закрыть еще, ну, вы знаете, как это, какие мысли возникают у трейдера, особенно новичка там, или непрофессионального трейдера, что вот, так сказать, сейчас я тут быстренько отыграю этот убыточек и быстренько там добавлюсь. Ну хорошо, как бы, то есть я показываю просто, что да, машина перетягивает 3-й день подряд без каких-то проблем все это. Даже с минимальным стопом в $50 машина все равно перетягивает это в плюс. То есть алгоритм высчитан таким образом, что при этом состоянии рынка у вас все хорошо, все в порядке. Окей, идем дальше. Смотрим следующий день. Ну, я просто не могу здесь так долго показывать вам это все, потому что мы будем очень в разы дольше это видео будет длиться. А длинные видео никто не любит. Поэтому давайте проследим дальше. У нас осталось 2 дня. Понедельник и вторник. То есть пока что 3-0 в пользу машины. Окей? 3 дня мы закрывали плюс без разговоров. Понедельник. День веселый. Обычно в этот день, в принципе, еще в пятницу начинаются тренды, которые могут длиться всю следующую неделю. Но также понедельник тоже такой день, который вполне бывает трендовым. Задает начало как бы недели, да? Давайте посмотрим, что нам отрисует машина в этот понедельник. Окей, да, даже по уровню, даже по цветам просто, собственно, портфолио, с которым мы работаем, Форекс, видите, вот, мы видим, что у нас укрепляется иена, да,
Машина ловит эти позиции на разворот. Вот, собственно, пример сейчас на еврофунте, что она делает. Опять же, это моя личная техника работы. И, то есть вы видите, да, что мы не участвовали в активных продажах, что есть машина не рассматривала. При этом она все эти пары, видите, все кроссы и иены, машина отслеживает на разворот, wait for. То есть она отслеживает движение в обратную сторону, когда она начнется. Будут выполнены определенные там условия. Она будет заходить в обратную сторону, а не по текущему движению. Ну, посмотрим, как мы справимся с понедельником. Пока что все тихонько, как говорится. Так. Я тут пытаюсь найти какую-то музычку пока что. Конечно, тоже преимущество машины, ну что, робот не устает. Вы его включили, и он себе занимается своими делами. Вы занимаетесь своими. Понедельник вяленький оказался, видите, да, то есть нет какого-то ажиотажа. Вот пошло движение. Опять же, вот видите, то, о чем я говорил, да, пошел разворот по кроссам. И вот, это идеальный вариант, это тупо идеальный заход, окей? И опять же, как в том фильме, он вам ничего не будет стоить. Так, послушаем пока что музычку. Что тут у нас есть? Так. У нас есть Элла Фиджеральд. Да, то есть вы в спокойном режиме все это просматриваете. Если вам опять же интересно поработать ручками, заходите ручками, но повторяю, мы ни разу
за, на протяжении этого видео не выбрали с вами ни одной рабочей пары. Мы не занимались отбором, поиском, думанием о том, какой лот включить себе там и так далее. Итак, четвертый день подряд у нас плюс, да? Давайте посмотрим еще следующий день. Это у нас будет вторник. Ну, сегодня среда, она еще не закончилась. Пока что 4-0 в пользу робота. Посмотрим вторник. Вот, пошло движение. Пошел движнячок, то, что называется. Дадим ему возможность поработать. Та же история. Машина самостоятельно выбирает пары. Выставляет входной лот по каждой паре в процентном соотношении в зависимости от того, какой у вас депозит. В случае, если она ошибается, позиция разворачивается в обратную сторону, что называется реверсом. И если машина ошибается так часто, что срабатывает стоп дня, который вы устанавливаете, в нашем случае это всего лишь $50, то вы этот день просто не торгуете больше, да, то есть там волатильность или еще что-то такого рода, с которой эти настройки не справляются, да. Из 4 дней, которые мы с вами протестировали на истории вот этой недели предыдущей, все 4 мы закрыли в плюс, то есть ни разу не закрылся по стопу. То есть мы, грубо говоря, даже там по $50 вы видели, даже если мы по $50 закрывали, то это мы бы уже заработали $200, да? То есть даже если этот день сейчас закроется в минус 50, мы не потеряем эту неделю, то есть $150 мы заработали. Это при риске всего в $50. В день, да? Также там прибыль, конечно, по этим дням, скорее всего, была бы выше. Я просто не хотел тянуть до конца этого 24-часового периода, потому что это видео было бы бесконечным просто. То есть моя задача показать вам, что машина вытягивает больше дней в плюс, чем закрывает минусы. Это основное, что она должна уметь делать. Ну вот на карту, кажется, этот день у нас будет минусовым. И даже здесь, вот видите, насколько быстро меняется ситуация. То есть в этой ситуации я как трейдер, видя, что, находясь за компьютером, видя, что машина приближается к минимуму дня, $50, я бы руками, скорее всего, этот минус закрыл. А машина есть машина, ей по барабану. Смотрите, она вытягивает этот день в плюс. Почему? Потому что начался тренд. И она вместе с трендом работает. И теперь мы видим, что все 5 дней, из которых мы протестировали, работая со стопами, минимальными стопами $50. Все 5 дней у нас плюсовые. Ну, не знаю, как вам, а мне эта тема очень нравится. Окей.
Хорошо, пусть работает, здесь минуса точно не будет уже по этому дню. Значит, теперь сколько стоит, куда бежать и что делать? Смотрите, первое. Эта тема стоит у нас в настоящее время... Куда он делся? Вот, тут RamboForex. Значит, сам RamboForex стоит $500. Всего-навсего. Но я возьму еще $200 за то, что мы будем вам его настраивать, тестировать, устанавливать. Да? То есть, как бы на протяжении первой недели мне придется с вами поработать, с вашим депозитом. В общем, рассчитывайте где-то на $700. Это копейки, потому что при депозите даже там $3000, $5000 вы точно за месяц это отбиваете. Вы видели, как это происходит. Как оплачивать? Ссылка вот на эту статью, здесь отзывы там и так далее. Ссылка на эту статью будет внизу, в описании к этому видео. Выключу Эллу Фиджеральд, это она мешает уже. Выходите на связь со мной вот по этому скайпу, если вам это интересно. И, пожалуйста, будем работать. Напоминаю, что депозит у вас должен быть минимум $3000. Объясню почему. Дело в том, что $700 это вам только робот обойдется с установкой, с настройкой там, и тестированием у вас на счете. Но вам же нужно будет платить ежемесячно $250, собственно, за саму Таймуру. Раньше мы давали на нее скидку, сейчас мы не даем, потому что, в принципе, пришли к пониманию, что люди, которые профессионалы, они понимают, за что они платят. Они профессионалы, они просто морочат голову, поэтому мы с ними не работаем. Итак, для того, чтобы зарабатывать $250, ну это 10%, это от депозита $2500. То есть, соответственно, я так по минимуму ставлю 10% прибыли в месяц, хотя вы видите, что она будет, может быть, гораздо выше, но тем не менее. То есть хотя бы $3000, чтобы вы там нормально могли работать. И $5000-6000 это так, идеальный вариант. То есть если у вас есть такие деньги, пожалуйста, выходите на связь и будем с вами сотрудничать. Всего хорошего, до следующих, как говорится, встреч.